Тем временем в немецком правительстве совет «Да любовь». Там заключили первый однополый брак. Министр по охране окружающей среды узаконила свои отношения с многолетней спутницей. Подробнее о молодоженах. Татьяна Лагунова. Этот брак уже называют самым громким политическим союзом года, хотя Барбара Хендрикс ни свою ориентацию, ни матримониальные планы ни от кого особо не скрывала. Еще летом, когда немецкий Бундестаг проголосовал за легализацию однополых браков, министр публично заявила: «Женится». «Я сделаю предложение. Все как положено». Вступать в однополые браки в Германии официально разрешено с 1 октября, но министр и ее подруга решили не спешить и подождать, пока уляжется шумиха после выборов. Свои отношения они зарегистрировали сегодня в родном городе Барбары Хендрикс. Церемония была скромной и закрытой, так что журналистам приходится довольствоваться старыми фотографиями пары. Избранницу министра зовут Валерий Вазанш, она учительница, гражданка Германии и Франции и немного моложе министра. Вместе женщины уже 20 лет. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».